Широкая масленица – традиционно одно из самых ярких и масштабных мероприятий зимы. Кульминацией этого восточнославянского праздника являются народные гуляния, на которых собираются целыми семьями. О том, как прошли проводы масленицы, расскажем в следующем сюжете. Несмотря на мороз, народные гуляния в честь завершения масленицы собрали большое количество наринмарцев. В России этот праздник любят все, от мала до велика. Потому что начало весны, тепла, солнца. Блины вкусные, всю неделю можно есть и не толстеть. Людно, весело, хорошо, празднично, и солнце светит, и небо ясное, все прекрасно. Это лучший праздник. А почему он лучший? Много блинов, можно хорошо поесть. Это приход весны, зима уходит, все веселятся, радуются. Солнце обычно всегда еще светит. Вообще сегодня чудесный день. Выступление артистов Дворца культуры Арктика. Ростовые куклы, различные игры, вкусная еда, а также сувениры. Развлечения на любой вкус. Например, каждый желающий мог поиграть в народные ненецкие игры. Эта игра называется «Притягивание палки». Значит, условия игры такие простые. Вот они, девочки... Девочки, неправильно. Ноги надо вместе. Вот так вот ноги. Нога к ноге. И вот так вот притягиваем. Давай. Я за Веронику болею. Вот такая игра, она такая простая. Помимо ненецких игр, горожане могли поучаствовать в старинных русских забавах. К слову, они пользовались большой популярностью. И чтобы принять участие, нужно было дождаться своей очереди. Здесь несколько конкурсов. Здесь ребята становятся на лыжи, катаются. Там ребята дерутся молотками, но так пытаются сбить друг друга с ног. Заплетают косы, различные игры деревянные тоже есть. Парашюты есть, когда ребята подбрасывают мячики. В общем, очень весело, тепло и хорошее настроение. Кульминацией народных гуляний стала всеми любимая традиция – сжигание масленицы. Этим обрядом прощаются с зимой и встречают весну. Несмотря на снег за окном, солнечные лучи уже согревают наринмарцев. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».